Представляете, кто? Это наша команда молодых специалистов. Это тоже, да? Да. Вот наши ребята. Угу. Как я говорила, в рамках программы реализуется. Чем они сейчас занимаются конкретно? У нас специалисты вот есть в области IT-технологий, в области юриспруденции, в области маркетинга, в области экономики. Маркетинг, причем как социальных сегментов, так и технологический маркетинг. В области пиара, в области... Ну, то есть фактически охватываем все ключевые бизнес-процессы работы организации. Вот, ребята, ну вот, Ксения Александровна у нас уже больше полутора лет, почти два года. А фамилия есть у нее? Грушина Ксения Александровна. Так, и чем занимается Грушина? Ксения юрист. И, наверное, я... Почему, наверное, это вот... Я очень рада, что Ксения закончила бакалавриат, и пока училась, она работала, проходила практику, а потом работала у нас в центре, и поступила в магистратуру, и теперь тема дипломной работы связана с экологией. Вот и расскажите про социальный лифт для нее. Да, я немножко, я ощущаю, у меня есть ощущение причастности. Поэтому, да, Ксения, ну, она пришла на практику. Ксения пришла к нам на практику, и на самом деле, может быть, даже у нее спросить, как вообще впечатление, и как она оценивает результаты. Ксения, с тем, что вы пришли сюда, и то, что вы получили, есть соответствие? Или вы что-то недополучили, что-то хотите еще? Вы имеете в виду, то есть, если сравнивать? Да. Нет, конечно. Ожидания и реальность. Да. Ну, я могу сказать только одно, то, что когда я смотрю на себя... год назад, то есть получается даже чуть больше года, то, конечно же, есть результат. То есть Ольга Анатольевна нас учит прежде всего профессионализму, потому что она сама очень большой профессионал своего дела, и она очень сильный наставник. И, конечно же, она уже к нам в нас закладывает изначально тот деловой подход, те профессиональные качества, которыми, мне кажется, и должен обладать изначально каждый специалист своего дела. Вы получаетесь лидером группы, да? Так? Помогло вам обучение в этом центре стать лидером? Конечно, помогло. Да. Да, ну это...